Всем добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня мы будем производить монтаж теплицы капелька VIP 3х5, 3 метра шириной, 5 длиной. Будет устанавливаться на брус 100 на 100. Так что сейчас на данном этапе производится сборка бруса, потом будем собирать каркас и одновременно обшивать торцы поликарбонатом. Вторая часть монтажа у нас. Каркас собрали, скрутили, также закрепили к брусу. Сейчас чистим поликарбонат, кидаем на каркас, прихватываем, потом полезем наверх, будем крутить конек и натягивать полик уже и нормально прокручивать его. Также по низу будем клеить перфоленту и одевать профиль. Третья часть монтажа у нас подошла к концу. Как я и рассказывал, кинули мы конек, прокрутили полик, прежде его натянули. По низу поликарбоната была наклеена перфолента и одет профиль. Также доделали двери. По внутренним работам были биты колышки и прикручены к брусу. Вот такого плана. И также укосины. Раз и два. Всем добро пожаловать на канал Райская усадьба. Сегодня произведется монтаж теплицы капелька. Капля VIP. Ширина 3 метра. Длина 5. Устанавливалась на брус 100 на 100. В каждом торце у нас дверь распашная, то есть дверь-форточка. То есть мы можем оставить форточку открытой для проветривания, а дверь закрыть. Поликарбонат использовался 4-миллиметровый. Везде по низу было наклеено перфоленту и одет профиль. Также по торцам уплотнительная резинка. По внутренним работам были прикручены укусины с двух сторон. Раз и два. И сбиты колышки и прикручены к брусу. На каждый угол 4 штуки получается. На этом все. Не забываем подписываться и смотреть новые выпуски.